Друзья, всем привет! У нас пополнение в штате инструмента. Это паяльник для полипропиленовых труб, да, пластиковых. Вот такая вот моделька. Гигант. Приобрел я для дома, для личных бытовых, так скажем, нужд. Никакое не производство, никакие не шабашки. Просто для дома. И давайте вскроем, посмотрим, что у нас тут. Заказывал в магазине все инструменты. Значит, ценник. Это сегодня август, 20-й год. 2542 рубля я за него отдал. Ну, здесь что? С руководства по эксплуатации. А мощность заявленная, значит, у него 1700 ватт. 1700. В принципе, это так. Ну, это нормально так. Немало, да? А что у нас в комплекте? Смотрите. Перчатки вот такие есть. Неплохо уже, да? Так, сам паяльник. Сейчас мы доберемся. Есть рулетка на 2 метра. Ну, в принципе, почему нет? Рулетка, хорошо. Так, шестигранник. Есть вот такие ножницы даже. Не знаю, говорят, по качеству ножницы совсем не фонтан. По отзывам. Кстати, выбирал чисто по отзывам. На него очень большое количество заказов, очень много отзывов, в принципе, неплохих. Поэтому взял именно эту модель. Вот такие ножнички. Не знаю, как себя поведут. Посмотрим. А, далее. И сам, собственно, паяльник. Да? Так, давайте посмотрим. Что он из себя у нас представляет? Две кнопки. Здесь термостат у нас получается, да? Угу. А пробовать пока ничего не буду, потому что и труб даже нет, и паять как бы нечего. Тефлоновое покрытие 220 вольт и 700 ватт. Температура, регулятор температуры механический. Так, далее, друзья. Подставка, значит, смотрите. Вот такая подставка, в принципе, достаточно неплохая, так скажем. То есть здесь еще поджимается он у нас винтом, да, болтом. И это все, я думаю, достаточно будет устойчиво стоять. Достаточно неплохо. И кроме этого, смотрите, она и может еще у нас получается вот так вот прокручиваться, да, на стол. То есть для большей жесткости можно еще можно ставить его еще и так вот вдобавок. Подставка, знаете, легкая. Это Солумин, походу. Я думаю, что она будет достаточно хрупкая, наверное. Наверное, это мое предположение. А так в целом неплохо. Так, провод, давайте посмотрим, что у нас по длине провода вообще, что как. Ручка такая не пластиковая, какая-то твердая резина. Друзья, длина провода, в принципе, достаточно неплохая, я вам скажу. То есть больше метра. Померил я сейчас рулеткой, метр и 15. Так, вот у нас насадки. Что у нас? Еще у нас здесь отвертка есть такая. Насадки. Давайте сейчас что-нибудь снимем, посмотрим. То есть здесь они у нас держатся. Так вот прикручено. Друзья, по качеству инструмента я не знаю. То есть это не реклама, ничего. Я просто приобрел. Вот хочу вам показать, да, поделиться. Ну, смотрите, вот здесь вот тефлон, здесь у него ничего нет. Но здесь и не нужен он, в принципе. Материал, непонятно, что за материал. Вот. Надеюсь, что служить будет долго и хорошо, да? То есть у нас это получается крепится вот так вот, например, да? С двух сторон. Как-то вот оно вот так.
Ну что, как бы, ну, комплектация, в принципе, далеко не пустая, так скажем, да, здесь до 63-й насадки, это вообще огроменная. Я думаю, он даже этот диаметр, он реально спаяет, думаю, без проблем, потому что 1700 ватт, это, как бы, достаточно мощный. По ножницам не знаю, ну, перчатки, как бы, комплектация, в принципе, интересная, да. Так что, друзья, вот такой аппаратик. В дальнейшем буду пробовать, испытывать, обязательно отпишусь, как он себя ведет, как что. Вот такой вот у нас инструмент еще появился. Все, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео понравилось. Оставляйте ваши комментарии. Всем пока, всем удачи.